Если вы из тех, кто терпеть не может подавать документы на шенгенскую визу, злорадствуйте. Скоро это же будут делать и британцы. Евросоюз решил отомстить жителям Соединенного Королевства, которые проголосовали за выход и собираются ввести для них визу. Правда, Брюссель утверждает, что меры такие необходимы скорее из-за террористической безопасности. Да и в США въезд для британцев отныне будет более проблематичным. Пока еще виза туда им не требуется, но доплата за въезд составляет 14 долларов, а пробыть в стране они могут не более 90 дней. Но вот если житель Соединенного Королевства когда-либо бывал в Ираке, Иране, Сирии или, например, Судане, в Соединенные Штаты путь ему теперь заказан.